праздник чудотворного образа Казанской Божьей Матери в нашей стране имеет многовековую историю. Более того, празднуется он дважды в год. Он празднуется в июле, в день обретения чудотворного образа в 1579 году в ограде Казани. И празднуется 4 ноября по новому стилю, а по старому стилю 22 октября, в день, когда ополчение Минина и Пожарского вступило в Московский Кремль. Надо сказать, что это событие, о котором мы сегодня будем говорить, об осенней Казанской, оно действительно описано в многочисленных исторических сочинениях, в летописях и в хрониках. И его содержание таково. Когда ополчение русских освободителей, князя Пожарского и Козьмы Минина, подошло к Москве, то не могли сразу взять город, потому что поляки, находившиеся в осажденной Москве, хорошо укрепили его. Поэтому войско расположилось вокруг города и ожидало необходимого для приступа. И вот такой день был найден. В Кремле в это время находился в плену греческий епископ Арсений. Он, извещенный чудесным образом преподобным Сергием о заступничестве Божьей Матери, передал верующим, осаждавшим город, для того, чтобы передать его в руки российского ополчения, что Матерь Божья готова своим покровом, своим предстательством и своей силою помочь в этот день взять город. И войска были двинуты, и образ Божьей Матери, казанский образ, который находился в тот момент в войсках, с торжеством был внесен в пределы Кремля. А навстречу ему шел старец Арсений с образом Владимирской Божьей Матери. И это необыкновенное сочетание двух святынь, оно настолько воодушевило русских людей, что была очищена не только Москва, но и все окружающее ее пространство.